Привет, бро! С тобой Воблер. И ставь лайк за 2 секунды, если ты не боишься мутантов. Считаю. Раз. Два. Сегодня у нас в игре будут не обычные мутанты, а супер-динозавры-мутанты, которых мы будем создавать для того, чтобы проходить разные препятствия и побеждать в игре под названием Dino Merch Run Dino Mutanty. Это лаборатория имени Воблера, где создаются самые эпические динозавры в мире. Вообще динозавры вымерли, но мы тут нашли разные ДНК и решили создать своего супердинозавра, который должен побеждать. У нас есть забег, есть 3 разных мутанта, которые должны пройти препятствие. И тот, кто придет первым, он получает здесь новые способности. Так, я сейчас ползу второй вроде бы, ну давай третий. Нет, я проиграл, что же это такое? Но я все равно открываю новую способность, это лягушка. Это круто, смотри, вот лягушечка, я сейчас уколю ее своему динозаврику, и он станет супер эпически и крутым. У него выросли ласты, смотри, офигеть, что ты за динозаврик. Он теперь умеет быстрее плавать. Давай попробуем плыть. Да, я сейчас всех обгоняю. Я выбираю тропу, чтобы бежать, а не лезть наверх. И вот финиш. За мной бежит красный динозавр, и я все равно побеждаю. А также открываю новую способность. Это динозавр с крыльями. И вот какие есть параметры нашего динозавра. Самая верхняя, где рука, это у нас сила. Второе, это взбирание. Третье, плавание. Fly, это летать. И run, это бежать. То есть самое главное, мы здесь вообще бежим, а также вскарабкиваемся. Но сила тоже нужна для того, чтобы разбивать здесь разные препятствия. Это же стены, потому что они встречаются довольно часто. Давай сейчас мы с тобой возьмем сыворотку полета, попробуем вколоть ее динозавру и посмотрим, что же будет. Ух ты, полет больше половины. Круто, у нас выросли крылья птеранодона. Ну что ж, давай попробуем мы сейчас крылышками здесь полетать. Давай еще пробуем ломать стену. Нет, у меня очень слабые параметры. Крылья вообще какие-то бесполезные. Мне нужна сила. Я попробую сейчас их обогнать. Да, я с легкостью обгоняю, потому что они туповаты. Если бы они умели поворачивать именно со своего пути, то, конечно, они бы меня обогнали. Давай попробую головой пробить, но... Я ничего не пробил, но все же обгоняю противников. Давай, я первый буду на финишной прямой. Да, я победитель. Мы открываем 50% какого-то паука. И вот у нас есть зеленая жидкость, зеленая сыроватка. Мы ее вкалываем нашему динозавру. И теперь он будет быстро бегать. У него меняется голова. То есть иногда меняется внешность динозавра. Все сейчас мы равны, потому что у нас одинаковые способности. И сейчас уже хитрость будет решать. Я вроде бы всех обгоняю. Конечно же, я буду бежать, потому что у меня плавание не прокачанное. Красный динозавр просто бежит за мной. Он гонится, он по пятам бежит. Ну что ж, давай мы сейчас в левую сторону. Блин, не туда я повернул. Дорогие друзья, что же мне делать? Надеюсь, что он там остановится, потому что он туповат, а мы сейчас его обгоним. И вот финишная прямая. Да, я чуть-чуть вообще финишировал, еле обогнал. Открываем новую способность, это паучок какой-то. И вот какие есть еще тела динозавров, которые мы с тобой сможем открывать, проходя эти уровни. 19, 25, 31, 37, 43 и 49. Нашему динозавру нужна сила, потому мы сейчас вкалываем красную жижу, такую шипастую. Давай в руку. И сейчас у него вырастут шипы на спине, а также у нас сила добавилась. Вторая жижа, это у нас добавляет скорость ран внизу. Отлично, давай третью вколем. Это у нас лазанье, а также плавание. И самая последняя, четвертая, это у нас полет. Правда, у нас полет увеличивается, а вот сила немножко страдает, и плавание страдает. Короче, все, что можно вколоть, я вколол. Я вижу, что соперники тоже себе вкололи максимальное количество. Здесь уже какие-то мины, и побежали вперед. Вот какая сила у меня. Конечно, сила у меня меньше, чем у соперника, потому что они быстрее раздолбали здесь стены. И давай, опа, я обогнал! Отлично, здесь мы, конечно же, маневрируем и обгоняем соперников. И мы сейчас на первом месте! Круто! Дело в том, что они не умеют маневрировать, они бегут чисто по своей полосе. И вот, смотри, у нас есть паучок, реально хорошая статистика у него. У него и лазание, и сила, и еще и бег. Так, давай мы все сейчас вколем. Все, что можно вколоть нашему динозаврику. Просто все жидкости, пусть они там перемешаются. Конечно же, что-то добавится, что-то уберется. И вот сейчас у нас будет какой-то супермутант. Коктейль. Я вижу, флай у него вообще маленький. А, крылья пропали, смотри. Изначально были крылья, теперь пропали. Но зато у него есть сила и хорошее лазание. Давай. Побежали. Что-то скорость у меня маленькая. Смотри, это динозаврик фиолетовый меня обгоняет с короной.
Давай, быстрей, быстрей! Тут я пытаюсь... Блин, я ударился, и у меня голова закружилась, меня обогнали все, просто все. Я ну басик какой-то! Нет, я не хочу быть последним, я второй! Нам открылась новая жижа, это новая сыворотка, это сила динозавра. Прикольно, длина шеи, смотри, какая шея у меня. Так, давай мы еще сейчас вколем паучка, потому что скорость наша увеличится. Бег нам нужен, там и, в принципе, и лазание, и даже стрэндж-сила. Так, давай мы лягушку не надо. А вот, вот этого динозаврика, конечно, у нас голова снова станет такой вот маленькой, но все же. Так, это не подходит, это нормально. Крылья, в принципе, можно вколоть, смотри. Крылья ни на что не влияют, они скорость не уменьшают, ничего не портят, потому крылья нам не помешают. Дальше, вот наш крутой динозаврик, я уже на самом старте, самый первый, смотри, бегу, попробую стену разломать, ломаю стену, давай в центре ломаю, просто у меня офигенная сила, я могу стены ломать с легкостью, и тут я включаю крылья и полетел, я обогнал своих соперников очень сильно, меня уже не догонят, а зачем я бью, я могу посредине пробежать, и я уже на финише, я самый первый, я лидер, они даже не успели прийти, я вообще на финише никого не видел. Круто, у нас есть супер эпическая способность, смотри, сила на максимум, а также лазание крутое, вот это у меня руки-базуки, офигеть, я какой-то бодибилдер. Здесь у нас эпические сыворотки, которые открываются на высоких уровнях, то есть надо уровни проходить, и потом уже будет доступна сыворотка. Давай мы сейчас вколем еще вот эту зеленую жижу, так, ну в принципе скорость у нас хорошая. Можно в принципе вколоть паучка, но у нас стрэндж сила теряется. Блин, ну не знаю, давай посмотрим. Крылья, тут еще лазанье, вот крылья неплохо бы. И силу, давай мы, наверное, вот эту силу возьмем, чтобы именно ломать стены. И все будет хорошо, по идее. И вот, смотри, какой динозаврик. Я вроде бы сейчас иду первый, нет, второй, корона не у меня на голове. У нас вообще жесткая эпическая схватка с противником. Да, я первый, я побежал, я обогнал, корона у меня. Не отдам я корону, это корона короля воблера. Давай, я динозаврик, я буду первым. Кто мину положил, признавайтесь. Я сейчас вас завалю, чтобы вы мины тут не разбрасывали. Я на финише, я самый первый. Конечно, соперники меня тоже догнали. У нас уже 50% какого-то нового черепа. Так, давай паука себе вколем. Я буду динозавр-паук. Динозавр-мен. Спайдер-мен. Динозавр-спайдер-мен. Вот так вот. Давай еще зеленую жижу. Конечно же, рогатый динозаврик. Куда ж без нашей силы офигенной. Да, на спине шипы выросли. Ну, я готов с вами сразиться. Длинные шеи. Бронтозавры. Давай, я бегу. Так, плавание я не прокачал, но все же я плыву быстрее вроде бы, чем динозаврик сзади с крыльями. Да нет, он нормально держится. Не отстает от меня, отстань, чувак. Так, у меня хорошая сила, я должен пробить. Мы вдвоем пробили? Да что он ко мне прицепился? Мы вдвоем прибежали, третий вообще отстал. 10-й уровень, давай я снова вколю эту зеленую жижу, потому что она отвечает за скорость, конечно же. 18-й уровень надо, чтобы открыть новую эпическую сыворотку. Ну, я думаю, что обязательно мы сегодня в ролике откроем и посмотрим, как же она выглядит. Прикольно, смотри, руки-базуки. Давай мы, наверное, вот тут вот тоже возьмем, еще уколем. Паучьи ножки. Длина шеи не подходит, потому что скорость у нас теряется. Вот крылья, в принципе, неплохо как бы. Лягушка тоже теряется. И вот эту силу давай мы вколем. Самое главное здесь это сила и скорость. Остальные как бы параметры пока что не надо. Может быть в будущем они нам понадобятся, потому что здесь очень много разных способностей. И вот мы уже на самом старте опережаем. Ползем вверх, отлично, стену сейчас. Ай, не туда я повернул, меня обогнали, я же головой ударился. Лучше на стену идти, чем на вот эти вот конусы. Вот стена, я сейчас ее быстро разломаю. На! Сразу обгоняю. Где финиш? Я плыву, плыву нормально. И вот финиш. Как всегда, красный динозавр просто дышит мне в спину. Я еле его обогнал. У нас уже есть черепок. 100%. Вот черепочек. Что он делает? Офигеть, это же сила. Почти на максимум. Хотя у нас есть уже сила эпическая. И там больше параметров. Но все равно. Давай мы здесь еще выберем, поколем. Что можно уколоть. Вот, конечно же, ран. Скорость у нас нужна. И вот снова сила.
Я колю все подряд, получается, что-то убирается, что-то добавляется, что-то лишнее вколол. Просто все, что лишнее, уберется. Здесь у нас уже мина, вот три стены. Я выбираю, конечно же, центральную, чтобы за мной никто не бежал, не повторял. Здесь тоже стена, бью головой. У меня голова прокачанная. Давай, побежали вперед. Красный динозавр сейчас отстал, он там головой ударился. Ух ты, какой бассейн! И мина здесь! Он взорвался, красный динозавр. Он отстал, а то вечно он пристает ко мне. Вот он самый последний, третий нубасик. Мы уже 50% крыльев каких-то открыли. Хорошо, давай мы паука себе вколем. Теперь я спайдермен. Динозавр спайдермен. Так, флай. Вот ран. Все равно я колю одни и те же параметры, одни и те же сыворотки, потому что нам бег самый главный. Видишь, я бег себе вколол. Немножко паука, немножко скорости. И вот я побежал. Чувак летит! Так, давай попробуем поплыть. Я плыву, и что у нас получилось? Ну, неплохо. Давай правую сторону выбирай, потому что центральная неудобная. Вот красный динозавр снова меня преследует. Так как я хороший бегун, значит, я бегу по левой стороне. Снова стена, бью головой стену. Да, я прихожу на финиш первым. Круто и замечательно, да. И у нас крылья 100%. Что же это за крылья будут, интересно? Давай сначала мы здесь уколем. У нас уже 13 уровень. Конечно, паука и вот эту зеленую жидкость, вторую. Все, мы все укололи, можно бежать дальше. Мы видим, что здесь уже бассейны, какие-то чуть-чуть другие карты. Давай полезем наверх, не хочу бежать, посмотрим, в чем разница. А, вот в чем. Я понял, блин, не туда я повернул. Ладно, хорошо, давай наверх. Буду плыть, потому что летать я не умею. А вот летающий динозавр, мне кажется, вообще не ту тропу выбрал. Ты же должен лететь, а не плыть. Но я его обогнал, конечно, круто. Красный всегда опасный, он за мной постоянно по пятам бегает. Вот наши крылья, давай посмотрим, на что они способны. Офигеть, какие крутые вообще механические крылья. Там и скорость, и полет, они все добавляют по чуть-чуть. Вы просто эпические. Давай посмотрим, что здесь можно еще выбрать так, чтобы не нарушить ничего. Вот, конечно, бег, но мне приходится постоянно колоть себе сыворотку для бега, чтобы быть быстрым, быстрее, чем Усейн Болт, конечно же. Выбираем лягушку, пусть будут у меня уже эти плавники, на всякий случай вдруг понадобится здесь плавать. В принципе, ничего здесь не надо, побежали с такими его статками. Мы видим, что у динозавра с левой стороны тоже есть крылья, я выбрал лягушку, но я почему-то плыву так же, как и динозавр, который бегал красный. Вот я поплыл, конечно, по воде я очень быстрый. А этот динозавр быстрее бежит, он меня практически догоняет. Я головой ударился, и он обогнал. Хитрюга! Мы все втроем с крыльями, да что вы за мной повторяете? Они подсмотрели, как я делал своего динозавра, сделали таких же крылатых. И вот мы открыли какого-то ящера, смотри, нового. Ничего себе статистика, вот это бег! Это просто сыворотка раптора! Смотри, какие длинные ноги. Реально я бегун. Я ему еще и крылья добавляю. Я буду бегать и летать одновременно. Давай посмотрим. Это сила была. Вот это давай. Паучок. В принципе, ничего не испортит. Но можно и длинную шею качнуть. Так, тут у нас добавилось. Вот паука, смотри. Колем еще и паука. У нас статистика только улучшается. Ничего не ухудшается. Так, это минус. Не подходит. Вот еще давай мы вколем. Голова будет меньше, но мы будем быстро бегать. Офигеть, у нас статистика бега на максимум. Скорость на максимум. Что это за динозавр будет? Это супер динозавр флэш? А ну давай глянем, я быстро побежал. Здесь мина, обходим, вот три стены. Бью головой. Почему меня обгоняет красный динозавр? Так, я полетел с левой стороны, но красный очень быстрый. Побежали, вроде бы я на первом месте. Я обгоняю, все, победа за мной. Потому что они тупые, они не могут вилять. Ха-ха-ха. Да, я пришел первым на финиш. Но дело в том, что я мог там и проиграть, конечно же. Давай снова вколем сыворотку бега. Мы видим, что она реально крутая. Вот, просто буду бежать. И одной сывороткой я здесь попробую обойтись. Дело в том, что когда я колю одну сыворотку, то и соперники колят всего лишь одну способность. Если я много, то они много. Хитро как бы, да? Давай, побежали. Я буду лезть, не хочу я там головой ударяться, а лучше побегу, потому что я ноги прокачал. Я очень быстрый, смотри. Да и красный быстрый, ты головой ударился, а как ты вообще меня догнал? Я не понял. Мы на первом месте, корона наша, и мы открыли какие-то щупальца какого-то кальмара. Где ты находишься, кальмар? Ладно, давай мы снова здесь уколем ноги. Бегун вообще. Мне нравится за бегуна, быстро уколол и побежал.
Ого, ну здесь стена, у нас голова не прокачанная, у нас нету силы, бьемся головой, но я прошел, не я прошел, бро. Смотри, все проходят, красный обогнал меня, надо, мне кажется, за красным бежать. Вот я бегу, обгоняю его просто, смотри, я на первом месте, и, конечно же, они не умеют вилять, я через центр прохожу. Победа! Да, я хитростью обошел этот 17 уровень, и мы пришли к финишу. Давай посмотрим, что это за новая сыворотка. Вот это динозаврик. А вот она открылась, смотри, это какой-то кальмар. Ничего себе, статки крутые. Это же эпическая жижа. У нас такие вот ноги. Ну, кальмар прикольный, но дело в том, что когда я колю другую жижу, другую способность, то у меня тело меняется. Почему нельзя, чтобы у меня оставалось это все вместе? Допустим, две головы. Первая стандартная и вторую, которую вколол. А то получается, что динозавр как бы красивый, но жидкости перемешиваются. И как бы не получается то, что я вколол. Было бы круто, если бы у него были и ноги, и щупальца, и такие крылья, и все, что можно. В принципе, ну давай посмотрим. Это же у нас должен быть последний эпический динозавр. Самый крутой динозавр в мире, смотри. Бег на максимум, сила на максимум, лазание на максимум. Круче нашего динозавра не бывает просто ничего. Он восхитителен. Ты не просто зеленый динозаврик, ты вершины эволюции злого гения Воблера. Да, давай, мы все тут разломаем. Вот это я бегу. Я супер быстрый, вы посмотрите на моего динозавра. Я просто оторвался. Соперника вообще сзади не видно. Давай я полечу. Воу, как я быстро лечу. Я в шоке. У нас три параметра на максимум, остальные больше половины. Да, вот это динозавр. Мы еще открыли какую-то таксу. Да, я думаю, что мы в следующем ролике продолжим. А с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.